Футболисты сборной России вышли в финал чемпионата Европы 2016 года. В домашнем матче они обыграли команду Черногории со счетом 2-0. Счет в игре на 33-й минуте открыл защитник казанского «Рубина» Олег Кузьмин, а спустя всего 4 минуты уверенно реализовал пенальти нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин. Таким образом, сборная России набрала 20 очков и заняла второе место в группе G, которая дает прямую путевку на финальный турнир чемпионата Европы. Он пройдет в 2016 году во Франции. Первое и второе место в группе заняли команды Австрии и Швеции. Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий сообщил, что доволен не только счетом, но и качеством игры своих подопечных. Напомню, что под руководством Слуцкого россияне одержали 4 победы подряд. Очень рад, что справились с поставленной задачей. Сегодняшний матч был достаточно сложный в плане того, что всегда последний шаг он самый тяжелый. Когда ты не имеешь права на ошибку, то есть тоже особенности игры таких матчей. Очень рад, что смогли справиться и с волнением, и проявить и характер, и мастерство. И я считаю, что достаточно убедительно одержать победу и не позволить себе даже секундной расслабленности.